В Славянском районе стартовал ежегодный конкурс на лучшее благоустройство поселения. Проводится он по трем номинациям: лучший благоустроенный двор, лучший подъезд и самая благоустроенная территория предприятия, учреждения и организации. Цель конкурса – стимулировать активное участие жителей в формировании благоприятной окружающей среды, улучшение внешнего облика своего двора, многоквартирного дома, территории, предприятия и организации. Проводится конкурс в три этапа – сбор и рассмотрение заявок, выезд конкурсной комиссии по адресам участников, награждение победителей. В качестве награды победители получат почетную грамоту главы района и ценный подарок. Одной из первых заявку на участие в конкурсе подала Любовь Шевченко. Ее дом по улице Победы, 380. 89 привлекает внимание всех проезжающих. Такую красоту во дворе создала ее дочь. Она ежедневно ухаживает за цветами, наводит чистоту, украшает двор всевозможными фигурами. В конкурсе на самый благоустроенный двор участвуют не первый год. Были и награды. В этом году решили еще раз попробовать побороться за первое место. Узнали, что конкурс, и решили поучаствовать в конкурсе. Красота везде нужна, особенно городу, все ухаживают за ним, поэтому и мы решили заняться цветами. Если вы также хотите, чтобы ваш двор или подъезд поборолся за звание лучшего в Славянском районе, обращайтесь в районную администрацию, кабинет 223. Заявка на участие может быть подана от лица управляющей компании, товарищества собственников жилья, органа ТОС, администрации поселения или лично гражданами. И поспешите, заявки принимаются только до 1 августа. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».